Доброго хупайса, ребят, с вами снова я, Шус, и мне тут, ну, я смотрю задание, мне тут уже написано, что этот, последнее задание Элтриэли, и написано, после этого пути назад не будет, вы собрали в себе армию Мордора уже почти в ваших руках, но я, типа, не очень думаю, что это хорошая идея, лучше сначала вон здание Бруза сделаю, тем более, что он просит смерти, блядь, перед самым концом этот парень попросил у меня, говорит, будь добр, Брайт Лорд, ёбни меня, пожалуйста, напоследок, а то я что-то это, охуел. В края крайние. Так, тут у меня есть Fast Travel. Жалко, что здесь его нет. Застава. Не, заставы не очень-то интересны. А, я не понял, тут есть еще вожди какие-то? Можно пару секунд? Пару секунд, внимание, пожалуйста. It appears right back. Крысарю что-то понадобилось. Похоже. Очень интересно. Вождь мой, а этих... Ну как вождь, кто он получается? Ну Варчиф мой, а вожди он себе выбрал таких, которые мне не подвластны. И грубо говоря, убивать их значит ослаблять себя, но они вражественно ко мне настроены. Ладно, не суть. Давайте продолжать раскатывать. Блять, эта ошибка совершается мной постоянно в тени Мордора. Я просто хочу увидеть карту побольше. Давайте через это быстрое перемещение. Через начальное. Ого. Только что такой пролажек был, не знаю, почувствовали ли вы его, но думаю, что почувствовали вместе со мной. Давненько всего такого не было. Оп, стрелы у меня есть на полную. Моя собственная. Он предал меня или что? Ладно, дружок, 22 уровня. Я не знаю, честно говоря, что с тобой, блядь, произошло, что ты решил один совершить этот суицид против меня, сукин ты сын, неуязвим казни. Таково это, блядь, волнует нахуй, что ты неуязвим, сука, казни. Тупой мудак, блядь. Ай, блядь, вот это было сейчас хуёво. Неуязвим казни, зато уязвим к мега-выстрелу, блядь. Дышит оно, блядь, огнем на меня, этот кусок говна 22 уровня. Совсем с ума, блядь, сошел. Ко всему уязвим. Ох, блядь, у нас тут небольшие проблемы с карагорами. Так, вставай, рыбка моя, блядь, поможешь. Почему у меня не сработало? Так. Я даже могу сделать удар из тени ему. Внезапно. Слышь, нихуя себе, я могу ебашить, получается, ударами из тени всем остальным по вождям, которые неуязвимы от казни. Это так? Тормози, блядь. О боже. Я надеюсь, это не в ту самую дырочку, блядь. Спасибо большое, рыбка моя. Проскочу на тебе остаток пути. Мочу своих же вождей. Что, блядь, такое? О, 45 уровень. Готовься спускаться, блядь, что тебе сказать. Я быстро гляну, что ты такой. Неуязвим к проклятию. Я не знаю, что ты есть, блядь, но ты 45 уровня. И попробуем тебя добивать, блядь. Ебать, он меня на отскоке попал. Тогда этот бой уже будет поинтереснее, блядь. Казнь работает? Работает, блядь. Ну тогда без проблем, чувак. Если работает казнь, то тогда проблем как таковых у нас с тобой и не будет, блядь. Но ловкий, блядь. Не успел приспособиться. Не успел приспособиться? Получи по ебалу. Я не понимаю, это проход засад или что? Военачальник выполнено. Орчики пришли. Ладно. Ай, блядь. Не дают, сука, по этому ущелью мне пройти спокойно. Сейчас стрел наберу. На заставе сверху. Вы этого слышали? Не, я ничего не слышал. Убивай! Не губите меня, ребятки. Я ж, сука, за вас все. Я ж оркам, блядь, санитарные нормы прививаю, блядь. Я же вам, сука, конституцию напишу. Пропажа. С вами хочется встретиться крысарий. Ну давай попробуем.
Italian! Это я. А, Рейнджер. Понял. He was taken. Found this messenger boy's food bowl. Isn't there an expression about killing the messenger? Yes. Always kill the messenger. Well, that actually explains a lot. So what did he have to say? He said, if you ever want to see your pet again, bring the Shrak Eaten Grave Walker. Don't do that. Oh, sorry. You realize this is a trap? Of course. But you owe me. And you owe Ranger. After all, we got rid of Bruce for you. Not exactly. Я сам это сделал. You quibble over details all day, but the fact is we're your boys. What will the other orcs think if you don't stand up for one of your own? He's right. Orcs follow strength. If we allow our soldiers to be attacked without retribution, it will be seen as weakness. Mm-hmm. Ну ладно. You Да-да. Have a point. Do? Do? Yeah, I do. Конечно. Now, come on, let's go get Ranger. Что поделать? Добраться до места встречи. Ладно, крысарий, догонишь. Подожди, подожди. О, да, блядь. Этот скилл самый великолепный, по-моему, из всех. У меня вообще очень много велик... Нет, еще прыжок великолепен. И скорость физика вот это великолепно. Кончилась концентрация. О, давайте почитаем эльфийские слова. Пока суть до дела. Исур. Ну, или вот так, как он сказал. О! Здорово, Брус. Недолго ты правил, да? Так спускайся, блядь. Come down here. We'll end this. Nah, this is just a beginning. First, it has to hurt. Then, if one of my boys kills you or that snivelling rat, so much the better. But if they don't, а что мне помешает подняться к нему и набить ему ебало? У меня вопрос. А, он просто съебется. Да ладно. Бля, подождите. Она умерла. Это же не обычный Карагор, это какой-то мега Карагор, да? Так, тише. Мальчик, блядь, ты мне пригодишься? Мальчик, давай вперед. Так, пока суть до дела. Будем запыяривать обычных орчиков и готовить казнь. Он на ту мразь. Победить врагов, устроив засаду. Да тут есть какие-то враги, что ли, еще? Как-то мой карагорчик себя чувствует. Я думаю, это не важно. Бля, вот это ошибка нахуй. Ебать, а куда уходят все патроны? Тише! Ты будешь жить, мальчик! Давай в говно все это дело. Ну это было слишком просто. Как дела, крысари? Ты славно сражался. Come back here, you run piece of shrack! He's gone. We'll see him again. Better, because I'm not done with him. Listen to me. We will find Ranger. We'll take care of Bruce once and for all. Well, I'm not just gonna sit on my ass and wait. I will scour every inch of Mordor until I find him. And when I do, you'll be the first to know. Fair enough. Bruce is just the beginning. The more power we gain, the more others will seek to challenge it. Then we'll kill them. No, he must be made an example of, or others will rise to take his place. Then we'll kill them as well. Why kill countless challengers when you can stop it all by breaking one?
because we are here to win a war, and not play your politics. In Mordor, they are one and the same. В Мордоре это одно и то же, он имел в виду. Ну, давай следующий. The longer Bruce survives, the more orcs will rally to his call. Да ничего. А, типа они будут на меня нападать сейчас, наверное, здесь. Брус схватил ваших сторонников и отравил их. Спасите их, пока они не умерли от яда. Блин, ну это вообще в другой области. Каким образом он туда смог проникнуть? Что за глупости? И каким образом я не смог его здесь догнать? Если бы мне понадобилось, я бы, блядь, пошел и этих отпиздил, и его бы догнал, не отпустил. И все было бы нормально. И Редбэк не умер бы. Ну да ладно. Че я придираюсь? Правильно. Все же хорошо. Нет, две далековато. У меня же есть Fast Travel поближе. Вообще прям в упор есть. Замечательно. При падении держится хищная птица. Да зачем оно мне надо? О, кстати, давайте еще эльфийские письмена прочитаем. Надо хотя бы одну сокровищницу по приколу-то открыть. А то я что-то... Там парочка охуевших осталось, которые успели понять, что происходит. Тревога? Ладно, парни, будете убивать себя? А второй? Смерть самому себе? Красава. Еще самоубийца? Ебаный урод. У вас тут что, анонимный клуб? Камни давно я не крестил, кстати. Руслан. Ладно. Тут еще рядом морчики пиздятся вражеские. Можно бы завербовать себе какого-нибудь. Давайте сначала завербуем морчиков. Они все равно рядом. Сейчас узнаем, что тут происходит, прежде всего. Неизвестный капитан против скряги. Оба 21 уровня. Ну, возьмем себе какого-нибудь. Do you get any ideas about filching from these supplies? We're here to keep them safe, you lazy dogs! Get over there. Поздравляю, Гриша. Ты в команде. Supplies. Knowing my luck, they'll wise up soon and see us coming. У него проклятое оружие еще. Так, ништяк, Гриша, ништяк. Он еще из арбалетов бьет. Ты смотришь, что творит? Приветик. Нужно сделать одно из зверских убийств. А, он еще и берсерк. Тише, тише. Я, да, это я. Не парься, ты будешь со мной. Да, я даже лучше сделаю. А, забей. Замри нахуй. Ебать! Копай! Его бесит выстрелы по ногам. Бля, понял, принял! Больше не буду! Не буду! Его бесит проклятие. Да что ж нахуй ты будешь ждать? Пацаны, подходите сюда тогда. О нет, не убивай его! Это моя прерогатива, блядь! Бля, мудак. Гриша охотник. Его все... Нет! Он погиб! Он обречен моим проклятием, блядь. Он говорит, еще встретимся. Не-не-не. Ну, тот чувак получил уровень, плюс я его завербую, ладно. Слабый отсеялся сам. Боевые сводки. Да мне, в принципе, поебать на боевые сводки. Тормози, ебать. Раз ты защитил припасы, значит ты будешь моим в этой территории. Конечно. Отдать приказ. О-о-о-о-о-о! Не, чувак, ты можешь идти и быть свободен, блядь. Эта территория уже, в принципе, под защитой. Все, пиздуй, давай. Я правильно понимаю, что у меня здесь телохранитель тот, который надо? А ну?
О, да, блядь! Это он! Да, тут, блядь, шансов, конечно, немного, нахуй. У противника, когда этот мудак со мной. Ладно, пойдем попробуем захуярить Бруза. Что там у нас? Бруз схватил моих. Посмотрим, кого он там схватил. Если он схватил Маку, то я с ума сойду. Маку его бы голову разбил. Bruce snatched up some of your boys and poisoned them. Mm-hmm. He wants you to know that if you don't move fast, they'll die. He needs to be stopped. Он прямо как Джокер. I like Batman. Ratbag and Gravewalker will make quite a team. Давай быстрее. You're ignoring me, aren't you? Да. Is it because I said Ratbag first? Да, обиделся, если ты сказал. Так намного лучше. Gondor's preferred order of battle with variations is a chart depicting how an army should be organized, from the frontline infantry to the cooks and teamsters in the rear. Whenever I study it, I'm amazed at what it takes to send an army to war. Details down to the number of cobblers and farriers for each column of soldiers. Such matters of supply seem mundane, until you're under siege, desperately fighting on quarter rations. Then you're eager to pay attention to logistics. Типа тут она говорит, что долго изучала все эти порядки в армии, которые есть, тут их много на самом деле. Вон, то есть от шлемов, то какой шлем носит, там кто как в какой линии атаки стоит, в первой, второй, третьей, сзади там вообще логистика и все остальное. Ну, в общем, тут шлемы типа рыцарь, сержант, первый помощник, капитан, генерал и лорд-командующий. Пошли, да. The structure of Gondor's army. From general to foot soldier. A structure the orcs will cast down the moment they set foot in Gondor. Ну что ты хочешь, чтобы я ликвидировал эту паскуду, которая сидит здесь? Она не дала себя ликвидировать. Говорит, ты делай свое дело, а я пойду займусь, блядь, другими. Маку! Маку! Кто-то там базарится, но я не знаю кто. Грук. Грука можно пожертвовать. Маку! Надо поторопиться. А Маку неуязвим к яду. Чё они, блядь, мне наваливают? Ему похуй на яд. Нахуй, блядь. Кого они пытаются наебать? Маку неуязвим к яду. Маку, каким образом они тебя отравили? Ну-ка, давай рассказывай. Как это, блядь, произошло? Тебя невозможно отравить, нахуй. Я правильно говорю? Его же невозможно отравить. Маку. Он, блядь, от яда, от огня, он от всего защищен. Каким образом это случилось, блядь? Во-первых, как ты, сука, попался? Ты ебаная ходящая крепость, блядь. Каким нахуй образом ты, сука... Попался, блядь. Блядь, собака, ты шо, одурела? Мне там рассказывают тоже, я потеряю все, над чем работал, потому что Брус уничтожит все. Пошли, Маку, за мной, разведем их. Но Брус слишком слаб. Брус типа слишком слаб. Как он вообще может что-то разрушить? Мне нужно убить пацанов ударом из тени, кстати. Z. Так остался последний человек. Я не знаю, кто это говорит, но ты труп, понимаешь, ты труп, блядь. Это скала говорит, он завербовал скалу. А, вон он. Здорово.
Как дела, хлопчик? Твое ядовитое оружие нахуй пойдет сейчас вместе с тобой, блядь, если что. Вы позволите? Ответь. Блядь, кто-то подорвал меня. Это было очень неожиданно, потому что я бы такую казнь провел там. Но мне кажется, тебе, сука, и обычной хватит, нахуй. Будь здоров. Здания слишком простые. Я их пролетаю, словно не знаю. Что он говорит? Я уже устал от грузы. Make an example of him so that he will serve as a warning to all who would follow his lead. Открыть навык. Какой навык мы возьмем, господа? У нас все есть. Ну ничего не надо. Ну только Карагоров покачать и все. А это что? Подманивать. Но я не хочу никого подманивать, если честно. Истощать свою цель клево, конечно. Тут все стоит уже. Что, где... А ну вот можно Карагора, типа. Наездник на Карагоре и, собственно, на скоп. Если бронежилет раскрыт на вашу руну, это больше здоров. Фигня, и вы можете пройти казнь, издавать. Или издавать вой, призывать дополнительных Карагоров на Эрлой. Берем. Потом еще на Грауге, там можно призыв ездового животного там. Нормально. Так. Куда Брус отправился в следующий раз, наверное, в очередную локацию, да? Да, действительно, в очередную локацию. Обнаружение. Крысарий думает, что нашел своего следопыта. Поговорите с ним. Сделаем это. Я думаю, мы сегодня полностью линию Бруза пройдем с вами. И кончим его. Что очевидно. Шлем с глазами у левого чувака просто песня. Допросить червя. Там мне он разве нужен? Сетевой вендетты тут никакой нету. Никакой. Место уже принадлежит мне, так что... Какие проблемы? Оу, щит. Приветик, ребят. Да я на секундочку к вам заскочил. Что Крысарь расскажет нам сегодня? Grey Walker. Should there be Bright Lord? How many names do you have? Много. Never mind. I saw Ranger. My Ranger. You sure you saw him? With my own eyes. I'd have gone into the cave and saved him myself, but he's probably very heavily guarded. If you found him, then it means Bruce wanted you to. It's another trap. You don't think much of me, do you? Твой олох тебя кинул. Крысарь, он тебя кинул. Вон в той пещере или где? Следовать за крысарем. Я, пожалуй, сам дойду быстрее, чем... Бля, ну... Ты ему, да, конечно, крысарий. Привязан я к нему. Мушки наверху. Ну, я в любом случае шел не совсем туда. А, сюда? Исследовать пещеру. Без проблем. What's wrong? You've got an army to raise and a war to win, but here you are wasting time trying to rescue a brainless shrack. Да я тебя кончу сейчас. You had better be quick, because a pack of my Catagors woke up in a foul mood this morning, so I decided to cut them loose. They haven't eaten in days. И побежал. You have to save Ranger. I'll stay out here in case Bruce doubles back. Добраться до следопыта пока не поздно. Похож на него, да. Of course it's not Ranger. Did you really think I was done toying with you? Not even close. My word. Run! The Tark's wounded!
парни, хотите подраться? Вы уверены? Просто хотите умереть или подраться? Если хотите подраться, вы сейчас сами себя будете убивать. Открою вам страшную пристрашную тайну. Еще яйца гули есть. Бэу. Ну тут все взрывается, кстати, вопрос есть у меня. Это уже не первый раз. Че это ёбает? Я могу сейчас отъехать от этого ёбания. Оу, щит, закрутило хлопчика. ХПшки не так и много осталось. It was a trap. But no worries, I saw where he went. I'll track him down. Ну конечно. Чё-то задания стали повторяться, даже сюжетное. Not if Ratbag manages to track down Bruce. Ладно, пускай он выслеживает, что хочет. Это трата времени, Талин. Пока что призрак все правильно говорит. Хуже смерти. Кристалл начал лагерь Бруза. Спасибо, если будет, потом приключу. О, вот это уже интереснее, блин. Если убить командира заставы, орки на этой заставе больше не смогут поднимать тревогу. Да я ж рад, я только рад, когда поднимаю тревогу. Сразу становится так душно, тесно. Классно. О! Классическая локация. Я думаю, не все глаза открыл, да? Еще. Или все? Не, все. Слушай, как много я провел времени в этой игре. Давай отсюда. Надо собаку взять. Хуже смерти. Наверное, я сделаю с ним что-то еще хуже смерти, что как бы всех остальных орчиков-то подстегнет. Что, мол, со мной шутки, блядь, плохи, иначе все будет... Ну, просто со мной шутки плохи. Остановимся на этом, пожалуй. Не, подожди-ка, подожди-ка. А где его воспоминания? Они в лаве, что ли? Наверху? Наверное, под землей что-то есть. Да, скорее всего, под землей просто что-то есть. Ну, туда спуститься как-нибудь. Меня Дрейк спалил, или что это было? Не, не спалил. О, вот собаки. Но им мне уже не нужны. Погнали. Хуже смерти это заставить от этого олога следопыта трахать его, может быть? Я думаю, да, после такого никто бы меня не предал. Пойдем. Уверен, что был. I'll handle this, just keep out of sight. I don't want any more surprises. Right, splendid. I'll do it your way. No faffing about. Хорошо быть бессмертным, да? Bruce doesn't expect us. We should strike now. First, we save Ranger. Ranger is expendable. Our priority should be making an example of Bruce. He will be dealt with, but we have to make sure Ranger is safe. Ну пока все проходит лучше. А, нихуя себе ты спалил, блядь, спиной. Алло, бля, ребята, вы чё? Давай, ты в отставке, блядь, комиссар. Я хуею, куда пропала казнь, блядь, что происходит в этой игре? Никаких тревог. Тут мухи, что ли, были все это время? Можно было вызвать мух, они бы всех порешали. Просто
Нихуя себе, это обычный парень с щитом такой играет, делает. По-моему, тревога будет. Как ни крути, блядь, что-то слишком много тревоги, блядь. Здорово, парни. Опять взрывы пошли какие-то. У него все щитовики, он знает, что я ненавижу, блядь. Противник собирается поднять тревогу, остановите его. Который из... Ага. Я остановил? Блядь, я ненавижу пацанов щитами. У него все пацаны щитами. Ненавижу. Алло. Ты далеко, блядь. Просто идите в очко, блядь. Я ненавижу нахуй пацанов с щитами. На. Получай, блядь. Опа, сальтуха. О, следопыт. Не гавкай. Тебе глаза выколи? Что такое? Что происходит? Easy. Easy. Я не разговариваю по-оркски. Can you walk? Bob's nam trupat. Brusakban. Rakanan. Если мы грузу, то бежать могу. Отлично. We'll take that as a yes. Kum yagish kurikukum nash. Ну, про стас можно забыть с этой громадиной. It makes two of us. Пометки на карте, он все еще Red Baggers. Там кольцо лежало, я думаю, не думаю, что оно хорошее. Да-да, а ты умный. О, вон он, 40 уровня, это ты? Эй! What the bloody blazes are you doing here? And who said you could let Ranger out of his cage? Потому что захотел. Дай хоть посмотреть. Танк, неуязвимка обстрела. Казненность там большой урон. Ну погнали тогда. Коли не шутишь, блядь. Я быстренько гляну, что у нас тут может быть интересного, блядь. Подчинение из тени. А, неуязвимый обстрел. Танки там борются, смотри. По-жесткому. Ну, Кази носит ему большой урон, я читал. Ебать, все грустно у тебя, Брус. Если б я был тобой, я бы грустил. Или бежал бы. Или бы и то, и другое. Ебать, колотить. Когда ожидал нажать правую кнопку от берсерка, по мне там кажется лучник какой-то хуярик. Даже не какой-то, а их, сука, несколько. И каждый из них, сука, мной ненавистен, блядь. Ты можешь идти. Иди сюда. Кафешки в меня зарежу. Охуевшая мразь. Вы видели эту охуевшую мразь? Там еще один, смотри. Они появляются из воздуха!
своего чуть не захуярил. Красава. Пизда ему, что ли? Я хочу его сам добить. Добивание, блядь. Как он жив, нахуй. Не, ну Брузу тут по-любому пиздец. А почему хуже смерть, если пока что это... Ну, чистейшая смерть. Оседлать Бруза и направить его в взрывающиеся бочки. А, да? Рассосались. Ну шо, погнали! Уху! Одна! Я все еще тебя возьму. И рубить его при этом, блядь. Давай, погнали! Да, сука! Осталась последняя, блядь, твоя любимая. Даже и не думай, блядь. Бам! Это третий, не? Еще нужно? Ну пошли, вон еще одни возьмем. Я не знаю, почему не могу тебя просто прикончить. Наверное, я пытаюсь сделать из тебя пример. Давай скорее, блядь. Рыпается еще, смотри на него. Давай его резать тогда. Есть. Опозорить Бруза. А, давай. Опозорить хуже смерти. It's good to see you too. Patnak, Yambers Nusaida. Ustan Karikan. Что за тебя стыдно? It's almost like he's talking. Спасибо. Thank you, Ranger. Gravewalk. Now, thank you, Bright Lord. We are even. I don't want the fort. I don't want the fort. I never wanted the fort. Is that Bruce? You broke him. I'd rather die than live like that. That's the point. Come on, Ranger. Let's get out of here. She's giving me the creeps. Что такого? Он сидит, он, блядь, у него стрессовое состояние. You're a cruel one, Gravewalker. По-русски говорит теперь. Now every orc in Mordor will think twice before challenging us. Бедный Брус. Хотя на самом деле я ничего не понимаю, что страшного в этом. Лучше бы я заставил этого волога с черным наречием изнасиловать него. Это было бы круче. Открыто улучшение. Хуже смерти. При активации этого улучшения на ВК опозоренный капитан будет страдать от чрезвычайного снижения уровня. Каждый раз, когда вы опозорите орка, он с некоторой вероятностью может обезуметь. При этом он потеряет рассудок и еще больше ослабеет. Ну, о том, что мне в комментариях писали. Кроме того, есть небольшая вероятность, что он станет маньяком. В этом случае он тоже потеряет рассудок, но сила его вырастет. Че, давайте сделаем с кого-нибудь орка мега-маньяка? Брус. Там на веб открыта запись какая-то. Ну-ка. Настоящий боец. Свел с ума. Типа лишил его нахуй рассудка. Давайте выберем жертву. Так. Тут все мои. Вот ты, мутила. Не, он на задании. Давайте того, что без задания. И рядом, чтобы был. Он здесь. Он, по-моему, где-то здесь. Этот чувак где-то здесь. Да, 195 футов. Только под землю надо спуститься. Ну, давай под землю. Так, где тут у вас ебанутый? Посмотреть подсказку. A feast. I cannot smell what is being cooked, and for that I am grateful.
Мне бы червя какого-нибудь узнать про этого пацана. Ашгар несокрушимый. Ребят, я зайду. Я быстренько, вы даже не заметите, как я просочился. You never escape. Да ты, конечно, хорошо придумал, что я never escape. Куда он делся? А, он наверх поднялся. Здорово, ты мне нужен. А ну расскажи мне, что это за Ашгар? За кем я тут нахуй хочусь? Вот ты. Уязвимый дискретности. Его дела, его плохо хитрить, боится Грога, в казни там больше урон. Ну. Про казни и про скрытность ему прям не повезло, блядь. Вон он. Так, ребят. Бам! Пол хп, не? Нет, не пол хп. Но, по крайней мере, он танк. А еще тут очень много лучников. Привет, парни! Повеселимся! Он разъярен. А ну, подходи сюда. Его бесит замораживание, его бесит все остальное. Тише, тише. Огонь! Как ты относишься к огню? Ой, с одной, да на вторую, блядь. И под максимальную казнь. Огнестойкий. Как скажешь, у меня на тебя планы. Ты же не против? Его бесит замораживание. Но он его принимает как мужчина. Только не умирай. Нужно подождать, пока ярость. Блять, он там все взорвется нахуй. Пока ярость пройдет. Ты хочешь смерти? Нет проблем. Его бесит смертельные раны. Тебя, блядь, все бесит нахуй. Можно посмотреть на секундочку? Блять, нет, его exactly весит то, что я с ним делаю. Алло, дядя, ты придешь в себя сегодня или чё? Не вздумай застрелить офицера. Нихуя, он, кстати, попал через стену в меня. Стоять. Да, ты смотри, как больно они делают, да, на секундочку. Что происходит? Я не хочу биться. Я прорвусь, он меня сейчас ёбнет. Этот мудак уже не взбешен, но не сломлен. Как мне завербовать человека, который, блядь, не сломлен? Это с условием, что я не могу его заморозить. Мне придется его убивать в тупую. Не, ну а как, блядь, если он не сломлен? Очень жаль, пацана. Я долго с ним игрался, но надо выбирать теперь другого, которого я буду ломать. Ну а ты подойдешь. Так. Ну этот, в принципе, недалеко. А этот прямо здесь. Вот ты. Ты мой следующий, блядь. О, еда, остановись. Да, нормально, не парься. На заставе тревога. Значит, все хорошо. Он наверху, надо как-то подняться отсюда. А, или нет, просто пройти надо. Вон он наверху. Люга. Люга. Тут есть червь у вас? Мне бы он очень пригодился. Удары с тени. Тут на самом деле много функций, которые можно начинать использовать, но мне не очень нужны. Так, тише. Не ты! Не вздумай съебаться, блядь. Сука, не вздумай съебаться мне. Ладно, придется ебашить так. По стариночке, блядь. Давай, разберемся с тобой. А, бля, он своих пацанов, это знамя, ебучее знамя, вот чё. Ого! Да вы действительно крутые ребята, да? На него казнь работает. Ебать, эльфийская ярость заряжается. Он разъярен, его мухи, блядь, парят.
пиздец я раскидываю пацанов. Просто наебанное право и наебанное лево, блядь. Его бесит проклятие. Твоя. Пускай успокаивается, короче. Он хилиться-то не будет. По-моему, он поднимается ко мне. А я спускаюсь. Не сработало это. Эльфийский призрак. Я нажимал left click. А, бля, пацаны. Да хватит меня пиздить, ты ебаный рот. И на второго. Успокоился, да? Нам это нужно было знать. Ну, успокоился, тогда погнали. Я буду ломать его, наверное, этим выстрелом, потому что, чтобы его не прокляли. Его весит проклятие, сука, блядь. Тоже знал, что я его выстрелил. Блять, он еще поджёгся. Ну, что ж ты себя, блядь, не бережешь-то, Орчи? О, он сломлен. Он подул в рог. И появилось ебучее знамя. На. Есть, блядь. Так, это смертельное оскорбление, блядь. Опозорить нахуй. Опозорим. Уровень понижен. Он не ушел еще? Он где-то здесь до сих пор. Я так понимаю, мне нужно вкачать этот навык. Хуже с мне нужно поставить его. Ладно, сделаем это еще раз прямо тут. Он же где-то здесь. Вон он. Он даже не успел в себя прийти. Ладно, пацаны, я просто мимо прохожу. Опять 25 дней. Один знаменосец и второй знаменосец. А вот, собственно, и Люга. Да. Давай, Люга, погнали. Все как ты любишь, блядь. Сейчас проклятие. Смотри, как много пацанов. И все они здесь, чтобы запечатлеть твой, блядь, триумф. Ты представляешь? Неплохо. Бля, попались, суки. Ты посмотри, сколько народу, Люга. Сколько народу пришло, блядь. Это же балдеж. Сюда, блядь. Тоже сюда. О, он, кстати, проклялся. Опа. Опа. Это я уже понял. Догоняй меня. Догоняй меня, догоняй. О, костер. Он призвал пацанов опять. О, приспособился к моим прыжкам, неплохо. Смотри, сколько орков, блядь! Orcs boys. Идешь? А, точно, ты же приспособился к этому. На! Ое! У меня, кстати, скоро эльфийская ярость будет. Если все так пойдет. Стрелы закончились, правда. А казни как-то еще не приспособился. Как я ж нажал? Выстрел! Ёбаный в рот, как же тут тесно. О, подожди, подожди, пока вы развлекаетесь, я сделаю свое грязное дело. Так, слышь ты! Жалкое создание, блядь. Ебать хуёво им быть. Чё, с ума сошли?
А, нельзя же их бить, точно. Они должны сами себя мочить. Давайте, парни, вам разрешаю самим наложить на себя руки. Я просто буду стоять. Вот что это нахуй за салютики, блядь? Кто же устраивает? Бей. Бей, Кавка! Так, стрелы наверху были. Я еще не закончил. Сейчас будет еще веселее. Он где-то здесь, да? Вон он, снизу, 21 уровня. Как за этим человеком вообще кто-то еще... За орком, прости, какой же нахуй человек. А, стрелы снизу, не здесь. А он уже уязвим для скрытности, да? Мне кажется, если я его сейчас ёбну, то ему будет хуёво. Блять. Он полез сам наверх. А ну тормози. Ой, эльфийская ярость. Окей. Сейчас я тебя с эльфийской ярости пройдусь по тебе, блядь, так сказать. Тормози, он меня уже боится, нахуй. Давай, красиво с тобой это сделаем, блядь. Боже мой, как же ему хуя. Он умер? Почему он умер? Не буду. Не-не-не. Ты что, с ума сошел? Добро пожаловать в мир живых, блядь. Он съебался? У него же было полное хп. Вот что за хуйня произошла? Я этого не люблю. Не люблю, не понимаю и не приму. Во-первых, пойду стрел возьму. Находится в зоне поиска. Подождет, блядь. Я за стрелами пошел. Стрела наверху. Наверху, куда я попасть, так просто не могу. Вот они. Отстой, блядь. Думал, в фиркерсе можно его быстро будет это, а у него даже хп, блядь, осталось на одном уровне, и все еще он взял, да и умер. Где-то там. Да что ж вы, блядь, нахуй толстяк? Никак не на это самое. Он уже едет, да, по-моему, рассудком. Блядь, алло, у вас же нет этой хуи. О, он родился, блядь. Дурачок. Кстати, сейчас у него есть хорошие шансы. Вот эти взрывы совершенно мне не ясные, блядь. Оп. Подождешь, пока ты бесишься. Вот это нормально. Пацанов позвал. Мила. Ты все еще проклят или уже нет? Потому что если нет, то это даже... Не увесит проклятие. А казни, как ты к казням относишься? Блять, он умер опять. Сука, блять, он умирает моментально. Думали, я хотел его ёбнуть? Ну вот, приятного побега. Он где-то здесь. По-прежнему, кстати. Куда вы его задевали, блядь? Появись! Вот он. Ты, блядь, хватит свою дудочку дуть-то. Надо с казнями с ним очень осторожно, я считаю. Хорошо. Аккуратнее давайте с ним, блядь, как женщина. Это, во-первых, во-вторых, тут знамя, походу, тут стоит, потому что... Сука, не очень я удобного пацана выбрал, правда? Иди нахуй, блядь, дебил. Пацаны без знаний, так, без казни, просто пинаем его. Там что-то опять взрываться начало. Ну ладно, бей. Еще желающие есть? И вот там сейчас проклятие есть.
Мне кажется, когда он придет в себя, он у Локхая пиздить начал. Вот теперь он сломлен. Так. 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 Иди сюда, блядь. К папе. Иди сюда, блядь. Девятого уровня. Все хуже и хуже, блядь. Две стрелы, кстати, осталось. Надо его пойти побольше, блядь. Или уже разберусь. Так, казнь ему точно противопоказана уже. И скрытные атаки, кстати, тоже. Ты, блядь, Cold Steel. Иди сюда. Надо отойти, наверное. Каким образом он все еще капитан, расскажите мне. Здорово. Не умирай! Мне тебя даже немного жаль. Давай без дырки только в этот раз. Он его бесит проклятие. Да, надо взять меч, меч без проклятия какой-то. Так, ладно, слышь, ёбнутый, блядь. На тебе по ноге. Подумай там над своим поведением. Ёбаные дикари. Оу! Блядь, нажал escape, сука. Ты хочешь подраться, блядь? Ты разъярил меня посередине. Бля, нихуя! Убивают! Ты почти... У тебя почти получилось. Я просто хотел кое-что посмотреть. У него отряд дикарей с ним... Да, отряд дикарей, понятно. Типа они откуда-то просто берутся. Цепями кидать начал. Ты смотри на него. Ты успокоился? Или еще нет? Так, тише, тише, блядь. Кот на крыше. Жалко тебя. Первого уровня, блядь. Люга. Он просто Люга теперь. Он уже никто. Понимаете? Он уже никто. Он ушел на хуй знает какую дистанцию от меня. Я могу здесь... А, я, наверное, в бою сейчас не смогу тпшниться. Да, надо сбежать. Он просто Люга. Его уж даже в хуй не ставят, блядь. Так, меч зачехлил, значит, можно тпшниться. Да, это интересно, что с ним сейчас будет. С Люгой. Не привратник никто, просто Люга. О, стрелы надо забрать. Парни, можете поднимать тревогу, если хотите. Я за стрелами подошел. 36 уровня. Пацан какой-то. Ладно, побежали. Ну, раз ты хочешь умереть... Я знаю, кто ты. Нет. Сейчас посмотрим, как ты к огню. Огни стойкий. Поздравляю, блядь, мистер. Вы огни стойкий, значит, у вас есть право на жизнь. Наверное. Но не морозостойкий. Это значит, что вы сейчас умрете. И не проклятие стойкий. Приятного вам дня. Так. Где там моя рыбка? Рыбка моя. Вон она наверху. Люга. Люга. Он фатально уязвимый для казни. Теперь понятно, что с ним стало, блядь. И он боится яда. Если я его ёбну с казни, это все, это конец, блядь, ему. Его можно голову рубить тогда. Ух
Здорово. Ты как? Ну он вроде нормально выглядит. Разве нет? У него правда каждый удар все как последний. Оп! Тише. Мальчик мой, тише, блядь. Нет, мама, не надо. Стал безумным. Ну и че с ним? Люка, где ты есть? Ладно, парни, хватит. Я пошутил. Вон он. Люка. Интересно, что значит, что он стал безумным? Пойдем посмотрим. Здорово. Блять! Слушай, мне тебя даже немножко жаль. Достоин даже призрения. Уровень понижен, блядь. Как же это, наверное, блядь, все больно. Мне его оставить в покое после этого или дальше продолжать унижать? Я не понимаю. Он просто из земли вылез. Knew it. Блять, грустно это, да? Ай, бля, подожди, не бей. Держись, нет! Ого, с него нихуя себе что-то выпало. Ого, с него выпало! 45 уровня хуйня. Высыльный взрыв на плене мощи по получению под действием проклятия. Это, конечно, хуйня, но все еще очень неплохая шмотка выпала, я считаю. Ладно, ребят, доброго всем попасть. Спасибо, что были со мной, блядь. Я мочил Любу как мог. Всем спасибо за просмотр, всем пока.